народов разных стран, даже российских народов тоже про шаманизм. Хороший шаманизм, что они не знают тоже. Но они гадают, это просто нормально. Некоторые думают, что шаманы такой-такой. Психически, да, ты да, отклонение, просто это не правильно. Шаман это, если я шаман, он очень умный человек. Очень одаренный человек. Он поможет во всех направлениях жизни людей. Поэтому мы создаем шаманский сайт. Сайт не только российский и всех мира, чтобы этот сайт создавать. Я прошу, пусть поможет создание сайта шаманский. Это не только вот этот сайт будет нашим, и разным регионам тоже можно туда включить, и их адреса давать, их сильнейших шаманов тоже веб-сайт, и разных шаманских организаций в России.